Впервые в Нефтекамске провели конкурс профессионального мастерства среди водителей школьных автобусов. К слову, почти ежедневно в поездку за знаниями отправляются 238 ребят города. За безопасность и комфортное прибытие отвечают несколько водителей, которые в любую погоду вовремя доставляют детей в школу. Ради Хайбиров инициировал проведение данных конкурсов для поддержки и выявления, конечно же, лучших водителей. Так как это считается приоритетным, данные водители. У нас в штате имеется 9 водителей. Все они сегодня пройдут у нас конкурсное испытание. Мы считаем данный вид испытаний необходимым, чтобы водители и знали, на что они способны, знали, где они могут совершить ошибки, чтобы впредь их не совершать. Мастерство вождения водители показывали на автодроме, выполняя змейку, эстакаду, заезд в гараж и торможение. Все участники конкурса справились с заданиями на отлично, что совсем не удивительно. Ведь в руках водителей самое ценное – жизни детей. Перевозка детей – это очень ответственная работа. Не всех туда допускают. И мы в правилах тоже есть каждый год изменения. Мы каждый год проходим переподготовку. Так что не беспокойтесь, детей перевозим мы очень хорошо и аккуратно. По итогам испытаний победителем конкурса профессионального мастерства стал Азамат Нургалиев. Мужчина представит Нефтекамск на республиканском уровне. В профессионализме победителя сомневаться не приходится. Позади более 20 лет водительского стажа и 17 лет работы рулевым школьного автобуса. Республиканский этап конкурса профессионального мастерства пройдет в мае в Уфе. Анастасия Кай, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».